Что такое киберарена? Это место столкновения интеллекта, логики, предвидения, эмпатии тех людей, которые обеспечивают безопасность информационных систем в государстве, в бизнесе, в социальной сфере. Это люди, которые будут соревноваться в том, как они умеют подходить к новому технологическому укладу в совершенно новых условиях, когда нужно иметь возможность бороться с чужим искусственным интеллектом, создавать собственный и в этом противоборстве побеждать. Как член жюри я буду смотреть прежде всего на готовность директоров безопасности к этим изменениям, на их эмпатию, на их профессионализм и умение принимать решения в совершенно новых ситуациях. Приходите на киберарену, будет интересно, познавательно, вы увидите людей, которые делают будущее, и вы сами скоро будете такими же людьми.